привет и добро пожаловать в мое утро. Сегодня у меня обычная утренняя рутина. Если у меня есть время, как сегодня, я стараюсь мелкие детали приводить сразу в порядок. Например, сразу протираю зеркало или раковину от капель. Я очень люблю порядок дома, и так мне действительно спокойнее, когда я знаю, что к этому месту мне уже не придется возвращаться, здесь уже чисто. Я очень люблю носить часы и даже не представляю свой день без них. У меня сразу все идет не по плану, не так, мне как будто чего-то не хватает на руке. А недавно я еще прочитала, что есть даже психологический аспект, и когда мы носим часы на руке, то мы автоматически становимся быть более пунктуальными. У нас есть возможность чаще следить за временем, поэтому люди, которые отдают предпочтение ношению часов, редко опаздывают. Всем привет и добро пожаловать в новое видео. Меня зовут Ирина, и сегодня у нас домашний день, домашнее видео, потому что у меня выходной, я дома. Как вы уже видели, я собралась, и сегодня у меня по плану такая мини-уборка дома, закупка на выходные, потому что на выходные мы уезжаем в Мюнхен на Октоберфест. Вот, но когда мы приедем в воскресенье, в Европе все магазины закрыты, и поэтому на понедельник у нас не будет продуктов, ничего, поэтому я хочу все это сделать сегодня, чтобы на следующий день все было дома, и мы могли спокойно ехать на выходные. Мы поедем к своим друзьям, которые живут в Мюнхене. Катя, вы ее уже знаете из других видео. Вот, и кошку мы тоже берем с собой, она уже там была, их знает, и все вместе едем, всей семьей. Хочу вам кое-что показать, не хочу затрагивать такие какие-то страшные темы, но вот что присылают в Европе, а именно у нас в Швейцарии прислали от нашего регионального правительства вот такую вот брошюру. И здесь написано, что нужно делать в случае ЧП, адреса, куда бежать, ну, по месту жительства, какой ближайший пункт, карту также здесь нарисовали. Вот, и дальше написали о том, что делать во время выключения света, что нужно при себе держать теплую одежду, одеяло, чтобы сохранить тепло в квартире, использовать только продукты сначала из холодильника, потом из морозильника, и только тогда доставать уже какие-то продукты, которые более долгого хранения. Также написали, представьте, список того, что должно лежать в доме. Написано минимум 9 литров воды на человека, которое должно хватить на 3-4 дня. Бульон, соль, перец, мясо в консервации, в банках, сухофрукты, орешки, всякие готовые продукты, консервы, соки. Короче, какао, чай, кофе, макароны, рис, питание для домашних питомцев, шоколад, сахар. Короче, все это вообще пугающе, очень пугающе. Написано, что нужно иметь свечи, фонарики, заряженные батарейки, пауэрбанки. У кого есть камин, приготовить дровишки. Здесь еще написано, когда будет сирена, что она будет 1 минуту пищать, потом 5 минут паузу, потом еще 5 минут. В общем, вот это вот. Я не знаю, насколько это серьезно в стране, в которой мы живем, но это очень пугающе, это создает панику для населения, и я уверена, что есть люди, которые сразу побегут и вот этот вот список все купят. Короче, времена сейчас такие, знаете, не знаешь, что будет завтра. Еще хочу сказать, что в Европе цены на свет поднялись просто, ну, на газ я вообще ничего не говорю, конечно, а на свет тоже поднялись просто, я даже не знаю, во сколько раз, на 200%. И сейчас мы до конца этого не осознаем, потому что на улице еще довольно тепло.
Вот, еще пока не все включили отопление, некоторые уже включили, но я хочу сказать, что уже сейчас люди начали экономить, и многие говорят, что дома холодно, но отопление я еще не включаю, потому что надо привыкать к таким условиям. А вот с 1 января официально везде на 200 с чем-то процентов подняли. Конечно же, мы увидим, все будет видно только зимой, это во-первых. А во-вторых, как бы еще немцы любят такой праздник и ждут, как Рождество. Это один из самых любимых праздников, поэтому мне кажется, я, конечно, не уверена, не знаю, гадать не буду, но Рождество — это свет, это много лампочек, много подсветки, много декораций. Неизвестно, будет ли оно в этом году. Поэтому вывод только один, наверное, жить здесь и сейчас, не зная, что будет завтра. И, конечно, сейчас время экономить все, не только свет, также собственные деньги. Ой, короче, сложная тема такая. Я думаю, пора переходить на уборку, чтобы сменить эту тему, атмосферу такую непонятную. Так, у меня сегодня такой домашний убиральный день. Я только что почистила в машине салон себе и занимаюсь вот чем. Постригаю кусты. Вот этот куст примерно уже постригла. Вон там еще обросший и заросший. Честно, я не умею их особо подстригать, не умею. Делаю как могу. У меня вот такая вот машинка. Вот такой вот штукой это все делаю. Backyard and your old farm in the summer. Stayed there for 3 weeks where we learned to love each other. Wrote you letters, sent a message to the dead day. Skipped to the present, haven't been so happy ever. In your room, working on my first record. Skip to the present, and I still haven't released it. But it's okay, cause the new songs are way better. That's what it feels like, haven't been so happy ever. Так, принесла пылесос. Брала с собой Дайсон, чтобы попылесосить в машине, в салон. Вот такую мини-версию с маленькими насадками, очень удобно. Я тут слегка зачищала салон в машине, поэтому оставила окна открытыми, чтобы... В общем, я вот этот полистер, немножко у меня было пару пятен, я их специальным средством отмывала. Думаю, что пришло время закрыть машину. Вот. Сразу. Все. Я наконец-то заказала себе сумку Michael Kors, это кожа. И это, конечно, сумка не на каждый день, не на работу, потому что цвет такой, что подходит не под все. Но хотелось чего-то такого, знаете, легкого. У меня все сумки черные, поэтому хотелось немножко какого-то цвета. Я так просто позакидывала туда, ну, проверить, посмотреть. Вот там, например, бутылочка с водой замечательно сюда влазит, помещается. Классным показалось, что здесь есть вот такой вот отдель, который особенно защищен. Сюда можно положить документы, например. Чтобы его открыть, надо сначала открыть вот этот замочек. И потом второе, это прокрутить вот эту штуку. И тогда снимаются вот эти, и открывается карман, и вот здесь, например, можно документы хранить какие-то, не знаю. Внизу есть такие подставки, куча места. Пока я оплачиваю счета, решила рассказать такой интересный факт о Швейцарии. 1 августа этого года мы пережили, можно сказать, цифровую революцию.
все платежные квитанции в банке или на почте были отменены, и теперь мы полностью перешли на оплату QR-кодом, который можно отсканировать через камеру телефона или компьютера. Мне как пользователю это намного облегчает, в принципе, весь процесс оплаты, потому что я теперь только сканирую код, и сразу вводятся автоматически все данные отправителя, получателя и, конечно же, сумма, которая нужна к оплате. Для правительства говорят, что это более эффективная обработка и контроль данных, чтобы не было отмывания денег. QR-код снижает количество ошибок при чтении и экономит время. Здесь я не могу не согласиться. Так, надеюсь, вам это о чем-то говорит. Завтра мы едем на Октоберфест. Вот, это традиционные кожаные штаны немца для Октоберфеста. И мое платье, которое 2 года пылилось. Наконец-то я его выгуляю. Завтра увидите, как оно будет на мне сидеть. Я уже закупилась и готова приготовить ужин. Хочу сегодня приготовить куриную грудку и тыкву в духовке. Посмотрим, что получится. Для начала замариную куриную грудку.
Дирендел – это традиционное платье, которое одевает девушка на Октоберфест. И это мое. И я его не носила лет 5. Я еле влезла в этот корсет. Так тяжело, если честно. Не знаю, одену я его завтра или нет. Мы завтра едем на Октоберфест, потому что завтра будет плохая погода, дождь. Не знаю, наверное, холодно. Просто решила показать, пока я в нем, как оно, как у меня это платье выглядит. Обычно это идет такое платье с корсетом и отдельно вот такая вот, можно сказать, такой топ, который немки еще делают такие себе груди большие. Также вот эта вот ленточка, это фартук. Ленточка завязывается на платье тоже со смыслом. Надо посмотреть в интернете, я точно не помню, с какой стороны что значит. С одной стороны, значит, девушка свободна в поисках, и с другой стороны, значит, девушка замужем. Вот, поэтому это имеет смысл. Я вот все переживала, как платье. Я хочу сказать, что оно не потеряло свою привлекательность, несмотря на то, что ему уже пару лет. Но одевала я его только один раз в жизни на Октоберфест. Вот. Оно все еще классное. Хорошо, что я не выбирала тогда никаких ярких цветов.